Всем привет, дорогие друзья, с вами Андрей, и это Call of Duty Mobile. Это остров Алькатрас, соло против троек. Посмотрим, сможем ли мы что-то сделать. Не то чтобы занять топ, а вообще пожить немножко, потому что, мне кажется, здесь против троек очень сурово играть. Очень суровые ребята здесь. Давайте упадем куда-нибудь на тюрьму, вот сюда наверх. Естественно, здесь нет, блядь, никакого оружия. Мы сейчас будем умирать, скорее всего. Устройство у нас может зависать, не всегда тянуть, поэтому может немного и подлагивать иногда. Поэтому прошу строго не судить. Так, молодого человека принимаем сразу. А, так, первый пошел. Кто-то по нам, по-моему, работает, если я не ошибаюсь. Ёб твою мать, откуда? Это по нам или мне кажется, что по нам? Не-не, точно кто-то стреляет. И, возможно, сейчас нас прострелят. Нужно, наверное, все-таки скрыться куда-то. Давайте попробуем забежать сюда и контролить вот этот... Будем контролить вот этот подъем. То есть у меня права на ошибку нет. Если я умру, то, естественно, я не возражусь. Потому что у меня нет тиммейтов. А у ребят преимущество в том, что они играют бандами. И, соответственно, они могут возрождаться после смерти, пока их тиммейты живы. У меня такого нет. Я еще и все время... Да что ж так лагает-то? Я еще это все время бегал без... Броника совсем. Тоже не очень весело это. Так, можно прогуляться вот подальше. Надеюсь, меня сейчас снайпер не снимет. Хотя сможет, наверное, снять. Текс. Мне бы что-то снайперку какую-нибудь найти или что-то подобное тогда... Можно и пострелять, уже повеселее будет. Ладно, пока будем работать с тем, что имеем. Так, вот вижу молодого человека. Попробую на такую дистанцию попасть-то. С меня, конечно, стрелок такой себе. Ладно, немножко его помассировали. Криво-косо. На такую дистанцию я еще более-менее могу пострелять. Текс. Вот, очень хочу АУ подобрать. Угу. А на второе... Ой, ее третий броник. Добрый вечер. А на второе оружие нам что-то надо потяжелее. Блин. О, я нашел, что на второе уже потяжелее. Фу, я испугался. Это умер подонок, который... Так, нам нужно... Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Угу. Кто работает по мне? Или не по мне? Так, вот какой-то есть... Ледоруб, что это вообще такое? Я не очень осведомлен в этих гаджетах всяких. Так, вижу еще молодого человека, но туда, наверное, смысла мне нет стрелять. Или может все... Да как же так лагает-то?
Я бы на месте кого-то меня бы уже убил, потому что я стою статично на крыше, очень свечусь и, то есть, вообще прям не защищен особо. Так, надеюсь, не найдется такого подонка, который захочет меня урезонить. Так, вон там еще один молодой человек стреляет. Мне бы вот забрать. Так, сюда уже бегут, я так понимаю. Ой, вот он. Вот он, касатик бегит. Его надо бы по-хорошему, конечно, уработать. Это бот, наверное. Ни хера себе, не, это не бот, это какой-то жесткий тип. Так, это там дотлел, скажем так, молодой человек. Давайте влупим шприц, уколемся хорошо. Я бы, конечно, хотел прыгнуть на комплект, но очень сильно боюсь, что меня там урезонят, а мне нужно полюб... Блин, а я сейчас не успею, тогда ладно, буду лететь на комплект. Так. Вот так вот. Попробуем так. Попробуем сыграть с Арктикой и с Эмочкой. Людей еще много. Дело в том, что я не ожидал, что будет так много людей. И, наверное, так где-то у меня тут молодой человек ходит. Вот он. Вот он, родной. Так, вон там еще один. Видели, да, был? Он типа скрылся, но... Ну, на самом деле не скрылся, я видел его. Ладно, я надеюсь, он сюда не пойдет. Он же не безумец, правильно? Он не хочет умереть. Тут прям зарубы конкретные. Да блин. Скажите, как так передвигаться, как эти боты? Как так передвигаться, чтобы я не мог их вообще просто попасть? Они неадекватно двигаются, невозможно предугадать, что они будут делать, потому что это просто ужас. Такс. Готовенький. Потихоньку прибиваем этого молодого человека. И вот там, кстати, только что были видны выстрелы. Можно пойти потихоньку попробовать от зоны их пришляпить. Главное, чтобы меня не пришляпили. Они могут. В легкую, причем. Так. Вот там как раз весь движ. При том, что я играю против как бы троих, да? Меня могут быстренько замочмолить. Давайте попробуем забежать безнаказанно. Такс, и еще получается где-то двое. Где же эти подонки? Я надеюсь, они сюда не зайдут. Нам такого не надо счастья. Либо один, да? Не, наверное, двое. Где же вы? Молодые люди. Так, пока мы убили 10 человек, и было бы хорошо, если бы мы забрали все-таки топ. Они где-то подо мной бегают, да, я так понял. Да,
Да, скорее всего, подо мной. Блин. Это плохо. Хотя я могу упасть вот здесь. Опа. Иди сюда, я остался один еще. Остался один, слышу я его как бы где-то топает, но непонятно где. И следов я особо не вижу. Я, кстати, не знаю, чего это зависит. Следы видно всегда, не всегда. Короче, я в этой игре не прям спец, поэтому много чего не понимаю. Я надеюсь, сейчас зона прибьет его, чтобы он сдох спокойно себе. И мы с ним не стрелялись. Хотя, еще один килл. А, вижу, вижу, вижу. Вот он, еще одного положили. Итого неплохо. 12 человек, ребятушки. Соло против трех на Алькатрасе. Это прикольно. Будем смотреть дальше. Всем спасибо за внимание. С вами был Андрей. Всем пока. Учится у нас это или нет. Но хотелось бы. Давайте, наверное, прыгнем на вот эту бочечку в этот раз. Там вроде снайперки обычно лежат, и мы сейчас постараемся взять снайперку и пострелять по чувачкам, которые на крыше. Ага, тут хер что лежит? Не лежит. Так, 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 так. Вот там, это, я так понимаю, стоять. Стоять. Сразу убиваем, значит, мы первую кровь. А, не мы первую кровь делаем, черт. Я думал, мы убрали пару подонков сразу там. Нет, мы убрали одного подонка. Смотрим, что у нас. Вот, вижу. Добиваем этого. Нет припасов, черт подери. Давай, 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 давай. Оп. Припасы появились, но малой залез вниз. Соответственно, мы его не видим. Так, ну что, давайте на крышу теперь. Попробуем. Давайте пока возьмем этот прекрасный дробовичок. А теперь возьмем. Ты чё, молодой человек? Видели, как он резво хотел меня убить? Так, там третий броник, или мне кажется? Нет, это третий броник. Мы его все-таки берем. Давайте спустимся чуть ниже и попробуем урезонить пару ребят. Текс. А ну-ка, нам бы снайперских патрончиков. Так, здесь кто-то уже был. Да он, собственно говоря, и есть. Вот он. Вот он, молодой человек. Нам нужны снайперские патроны. Хотя бы немножко. Так, предлагаю взять калашик вместо пулемета, потому что, ну, пулемет, сами понимаете, такое себе удовольствие. Так, ставим X4 на нашу снайперку, дабы удобнее было стрелять. Куда он погнал? Такс. В прошлый раз мы убили сколько? 12 человек. Давайте попробуем больше в этот раз сделать. Если не будет так лагать, тогда можно будет и больше сделать. А так, конечно. Ты чё, урод? А так, конечно, не получится, наверное. Так, этот молодой человек, я так понимаю, сверху приземлился и хотел нас урезонить за 2 секунды, но. Что за выстрелы? Не сбашнили это. Так, у нас здесь есть на крыше молодой человек, еще один. Нужно ему преподнести сюрприз. Вон он, видели, да? Надо, чтобы он нам сюрприз не преподнес. Где он? Вот он. Он, собственно говоря, вот он. Убиваем его в туз, застреливаем. Смотрим по сторонам, что у нас здесь имеется. Чекаем вышку, потому что с нее часто бывают снайперы крепят
Так. Предлагаю спуститься, забрать рюкзачок, потому что класть особо у нас некуда ничего. Поэтому... Так, давайте заберем патрончики. Здесь где-то лютая война, вот она. Нужно, по кому он стрелял, он добивал этого. И давайте добьем этого. Немножко уже расчехлились с вами. Вот еще один выходит молодой человек. Так, он на крышу упал. Увидим ли мы его? Ох, как он. Блин, ля, класс. Снайперка вообще это решает. Особенно с 4x. Опять убиваем этого молодого поросенка. Ну и, соответственно, этого достреливаем. Чтобы они сильно тут не отдыхали, не расслаблялись. Легкой прогулкой им это. Да, видите, как я плохо стреляю по движущимся целям. Но, тем не менее, я его достаю. Достаю этого ублюдка. Так, сейчас, скорее всего, подо мной опять выйдет молодой человек, потому что вот я вижу, он топает здесь. Опять кто-то летит. Опять кто-то летит, и скорее всего он сейчас выйдет подо мной. Давай, давай, выходи. Нужно на башню не пустить. Очень важно не пустить на башню. Так, вон, видите, да, вдалеке. Блин, он двигается очень интересно. Это бот или попал? Ах, черт. Ну иди сюда. Нет, он от нас ушел, это плохо очень. Здесь кто-то киксует подо мной, я это чувствую. Я чувствую и слышу, как подо мной кто-то киксует. Ого, 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 ого. Разряд там дают. Так, сейчас тут зона прижмет ребят, и они выйдут, скорее всего, ко мне. Буду ждать их здесь. Прямо вот так вот сейчас выпрыгиваю и начинаю их ждать. Ёб твою мать. Почему они убегают? А ну-ка, выходите. Так, сверху уже не, там не спустятся ко мне. Ну, где вы? Походу, сверху. Не, не сверху. Нет. Значит, идем сюда смотреть. Прибиваем этого молодого человека. Там еще один, по-моему, топает. Или он топает здесь? Он топает здесь. Мы его здесь тоже убираем. Так, уже 17 человечков у нас есть. Здесь очень удобно просматривать сверху. Вот так вот. Контролить. Как только появляется на горизонте ребята, можно их снимать смело. Ой-ой-ой. Снайперские патроны нам нужны. Где-то здесь у нас рубка происходит, и мы можем в ней, возможно, поучаствовать немножко. Да, мы немножко поучаствовали, одного сняли, одного добили. Давайте. Ой. Это кто делает это вообще? Вы слышали, как по нам прострелили люто. Иду, вижу, вижу, вижу. По кому он стрелял? Он кого-то увидел там? По кому он стрелял-то?
Кто-то здесь шифранулся, что ли? Так, хорошо. Пока 20 человек есть. Возможно, мы убьем еще кого-то. Было бы здорово. Так, хорошо, уже есть 21. Этот касатик, который забрал комплект свой. Мы его трахнули. Не побоюсь этих слов. Теперь нужно трахнуть ребят, которые где-то здесь еще. Получается, осталось трое. Интересно, они вместе или порознь? Мы можем здесь пока походить. Так, зона начинает потихоньку съедаться. Где это происходит все? Я не пойму. Почему так много комплектов в одном месте? Хера себе. Вижу. Так, ну 22 убийства это неплохо на самом деле. Против троечек, да, в соло? Соляка замочил, как говорится. Вот, и мы пытаемся сейчас выжить. А, все, он умер. Скорее всего, бот был. Попробуем, сейчас чувствую, я не долечу до нее. Ну, конечно. Конечно, я хер до нее долечу. Так, зато тут есть какая-то ледоруба, санный, я не знаю вообще, что это. Вот лучше кассетную гранату. Снайперский патрон, но снайперки нету. Но это, я так понял, не очень важно. Давайте заберем снайперку. Вот это разрывную эту. О, вот это оно. Вот это оно, ребятушки. Ищем первую жертву. Сразу давайте крышу посмотрим, чтобы нам не прилетело с крыши. Где-то здесь валево. Вот, вижу. Почему они друг с другом не перестреливаются, а просто подонки. О, там уже кого-то. Давайте добьем. Почему мне это убийство засчиталось? Ведь я его нокнутого добил. Это как-то несправедливо. Так, там никого нет, чтоб меня сейчас не удивил он. Давайте тогда прыгаем сюда. И ищем. Ищем. Нам что-то надо взамен. Зачем нам две снайперки? Это нам не нужно совсем. Вот это оно. Так, что, где? Где лютейшие перестрелки? Я хочу участвовать в этом. Прошлой катке мы сделали 22 убийства. Мне кажется, это прям круто. Я не знаю, какими категориями мерить, как это, сколько много, сколько немного. Ну, для меня это, допустим, очень много. Я не знаю, ребята. Так, снайперские патроны нам нужны. Обязательно. Я без броника бегаю, как обычно. Блатую. Опа, малой упал. Сзади упали. Только что ж сюда упал. Почему он исчезает? Он же упал вот сюдашеньки прям, я видел. Так, здесь никого нет. Ладно, давайте тогда. Ох, лагает, да как-то так-то. Чик-чик, собираем патроны. Вроде есть у нас чем пострелять. Давайте выйдем куда-нибудь сюда. Рюкзачок у нас, кстати, рюкзачка не было. Так, вот тут точка, где часто гуляют ребята. Почему-то сейчас я их не вижу. Давайте спустимся и посмотрим. Где-то здесь перестрелочки лютые.
А, вот они где. Кто-то здесь есть? Нет, нет, да, нет. Подождите, можно жилет этот не забирать, он разбитый. А вот здесь второй можно и забрать. Блин, сколько здесь ништячков всяких, это прикольно. Так, не лагай, пожалуйста. Опа. Это кто-то был суровый. Очень нас хотел он отыметь. Предлагаю, наверное, здесь забежать, потому что прям он четко нас хотел изувечить. Я видел по его глазам. Так, вот тут ребятки падают. Гляньте, как они. Как они скопом упали. Ладно, он сейчас сдохнет, я думаю. Да дохнет. И тебя вылечат, и меня вылечат. Так, кто по нему стрелял еще? Я не увидел до конца, но кто-то по нему крепил. Как-то мало киллов по сравнению с прошлой каткой у нас. Это немножечко раздосадует. Давайте вниз попробуем спуститься и порешить, что там. Что там у нас? Что там? Может, что-то интересное будет. Ну что, наверх забежал? Зачем ты бежишь наверх, урод? Ты лень какой, хотел скрыться. Это бот, наверное, я не знаю. Но он прям жесткий. Хотел безнаказанно уйти. Давайте насобираем на УЗИ, может, все-таки. Ну, короче, 9-миллиметровые, вдруг они нам пригодятся. Давайте опять спуск совершим. Мне кажется, когда мы совершаем спуск, мы сразу находим вот этих ребятушек. И парочку подонков можно убить. У него даже фиолетовый миротворец есть. Вы представляете, как мы удачно зашли. А фиолетовый миротворец, я смотрю, он творит чудеса. Не мир, конечно, но чудеса он делает. Он запиливает за 2 секунды. Так, мы, кстати, прям от зоны сможем играть в таком положении дел. Если нас сейчас в голову не снимут в тупую, то мы сможем спокойненько от зоны шлепать ребятушек. Ребятушек, ребятушечек. Может, даже комплект удастся забрать. Малой немножечко не добежал. Блин, неудобно так стрелять, короче, из-под себя. Блин, плохо. Хотел того снять. Убираем вот этого, как он тут оказался. Видимо, спрыгнул сверху. Потому что иного я не вижу. Вот опять пацаны прыгают. Так, опять, скорее всего, поднимается здесь. Сейчас будет здесь, отвечаю. Да, он здесь, хорошо. Хорошо. Где-то снайпер, я не пойму где. И если я не пойму где он, то скорее всего он меня, короче, уберет в легкую. Нужно срочно его расчехлить. Почему в одних и тех же местах из катки в катку падают... Давайте возьмем вот что. Из катки в катку падают в одних и тех же местах комплекты.
Осталось 4 человека. Ну, точнее, 3 без меня. Я надеюсь, что все-таки они не вместе, что у меня будет шанс их раздамажить чуть-чуть. Они прям подо мной, по идее. Да. Есть одного. Одного просек. Так, не вижу. Ну ладно, значит ждем. Вот он. Блин, потрясающий автомат. Он без отдачи бьет. Это прям... Прям мне очень нравится. Я третий броник забрал. Он просто бьет без отдачи. Supply drop упал опять. Я не слышу, где он. У меня то ли наушники плохие, то ли я просто глухой. Он сейчас, скорее всего, сам сдохнет опять где-то там в зоне. А не, вот он. Молодой человек, я вас вижу. Прикольно, что я бота не могу убить, но он, судя по всему, побежал в зону. Сейчас, наверное, сам сдохнет. Да, я только в жопу могу убить, когда чувак ничего не подозревает. Ну что ж, 3 катки подряд, ребята, в соло против троек на Алькатрасе. Неплохое количество убийств почти в каждой катке. Рекорд 22 пока. Это прикольно. Всем спасибо за внимание. С вами был Анри. Всем пока.